Привет всем. Хочу сегодня рассказать о том, как установить карту HD Rise Studio Pack, насколько я знаю, так называется, от Grayscale Gorilla, создателя, насколько я знаю, этой карты, по-моему, для Cinema 4D. Вот парочку изображений таких с применением этой карты. Достаточно все круто, да. Ну что же, я думаю, это стоит свернуть. Итак, для начала я вам скажу, откуда скачать. Я залил ее на Не говорите, что здесь надо скачивать платное с вводом номера телефона. Нет, это все фигня. Я залил ее на депозит файл. Самый оптимальный файлообменник для самый, как сказать, в общем, здесь бесплатный файл можно скачать достаточно быстро. Нажимаете обычное скачивание, вас просят ввести номер телефона, закрываете, и здесь вот есть. Надо подождать немного, минутка. Может быть, какая-то реклама высветится, что-то не получится. Просто перезапустите страницу, перезайдите. Ну и введите там код, который вам просит. Ну, в общем, все очень легко и просто. Не нужно искать где-то ее в клаке. Это нормальный файлообменник. Ну, если хотите, платно. Так вот, дальше вы скачали. Сейчас вам покажу, что будет дальше. Вот. Давайте это свернем. Вот, значит, после скачивания у вас будет вот такой вот файл. Так, нет, это не то. Вот он. Вы должны зайти в папку Cinema и здесь выбрать. Так, куда я зашел? А, да, в папку, ну, локальный диск D, то есть Cinema 4D. И вот оно. Папка с... Главная папка, где находится все, то есть сама программа. С программой. Идете в Library, браузер. И вот он, собственно, Grayscale Gorilla HD Rise. Только, блях-мух, не вижу, где у меня этот HD Rise. Studio Pack. А, ну вот он. Ну да, если я его так возьму, хоп, уже существует. Дальше. Нам необходимо узнать... Ну, все, мы переместили. Перед этим нужно Cinema закрыть. Ну, чтобы она была закрыта. Теперь мы идем в... Значит, сейчас скажу. Вот так выглядит браузер библиотек. Если у вас не будет здесь этого значка, вы идете в окно. Здесь вот выбираете браузер библиотек. Здесь высветится вот такое вот окошечко. И вот здесь мы можем увидеть множество... Наверное, как-то можно... Вот, смотрите, вот нажимаем на эту штучку. Так, увеличение, вот. И переносите сюда. Ну, вообще лучше это не надо делать. Вот, что-то я сделал уже не то, ладно. И вот здесь ищите. Давайте вот так закрываем. Здесь в предустановках. Вот, предустановки как раз-таки. Смотрите-ка, мы заходим в браузер библиотек, нажимаем. Вот у вас так выглядит все. Нажимаем предустановки. И здесь у меня есть Grayscale Gorilla. Так, это не то. Где? Вот оно, HD Rise. Собственно, вот эта карта. Я надеюсь, правильно называю карты. Я что-то привык. Вот. Все. Что еще? Что-то я нажал. Ладно. В принципе, все. Надеюсь, был полезен. Всем пока.